Здравствуйте, мои дорогие. Я давно хочу сделать это видео и как-то вот не доходило до этого момента. Если вы пройдетесь по городу и посмотрите на ноги, да, это лето сейчас, все раздетые, так сказать, ноги голые, видно. Да и даже когда в обуви, то всегда видно, как выпирает косточка на ноге. И во многих статьях я читаю о том, что нет-нет, это не имеет никакого отношения. Это не подагра, это просто косточка. Друзья мои, никакая это не косточка. Это тот же абсолютно подагрический артрит. Это абсолютно, абсолютно все то же самое. Это рост патогенной ткани в этих местах, да, смещение, соответственно, они там селятся и раздвигают потихонечку. Это не происходит за один день, да? Какой вывод можно сделать, о чем я говорю? А я говорю только о том, что над этой косточкой надо работать. Это значит, надо парить ноги в соде. Это значит, что нужно делать йодные сетки. Это значит, нужно делать компрессы. Это значит, нужно прополисные делать всевозможные примочки и так далее. Я все это даю на своих занятиях. Я все обо всем этом рассказываю. Иначе она будет расти. И вот эти вот безобразные, некрасивые ноги, да, мне 67 лет, у меня абсолютно ровные, абсолютно, да, у меня есть там такой момент чуть-чуть, но это вообще ни о чем. Ровные абсолютно пальчики, все оно здорово и красиво. Поэтому, если вы думаете, что это так должно быть, вот эта косточка, да, обезображенные ноги, эти пальцы, которые друг на друга посмотрите, да, на пальцы своих родителей, да, там, или на это самое. Нет, так не должно быть. Это все они, это все микропаразиты. На сегодня все, друзья мои.